Итак, ребята, перед просмотром этого видео я хотел бы вам уже объяснить, как же уже устанавливать вот эту сборку, а то многие люди пишут, что она не работает, что ее нельзя скачать, что ее нельзя установить, что она не видит модов, что она, короче, полностью нерабочая, но уже можно объяснить, как же ее уже наконец-то устанавливать, чтобы больше не было вопросов, что перезалей сборку, она не работает и все такое. Вот смотрите, ребята, в описании заходим по этой ссылке, сборка. Конечно, после этой серии, потому что сборка вышла только начиная с этой серии. Вот, заходим, например, на эту страницу, да. Тут у вас есть скачать, ребята, но, если у вас тут выскакивает не ошибка, а просто предупреждение какое-то, да, что превышен лимит скачивания или еще что-то такое, то, ребята, просто-напросто создайте себе какой-то левый аккаунт вот тут на этом диске, любой там с паролем там 123 с таким же логином, чтобы просто-напросто сохранить на Яндекс.Диск, вам нужно сохранить и потом оттуда скачать. Потому что, мне кажется, вам легче будет создать тот же аккаунт за 30 секунд любой и потом про него забыть, просто сохранить на него эту сборку, потом скачать, чем мне каждый раз в день перезаливать под 4 раза сборку, потому что каждый там 100 скачиваний или просмотров, просмотров этой сборки, да, что тут вообще находится, вот тут, например, есть, или это скачивание, ну что такое, то, мне кажется, вам легче будет зарегистрироваться, сохранить и скачать, чем мне по 10 раз в день перезаливать сборку, потому что с каждой там 100 скачиваний у нее там появляется какое-то ограничение, превышен лимит и все такое. Поэтому, ребята, сохраните, но если вы можете скачать, если в день еще не превышен лимит скачивания, то просто скачивайте. Вот я уже начал скачивать, давайте подождем, пока она скачается. Ну вот, ребята, сборка скачалась. Как ее установить, ребята? Вот этот файл вы можете перенести куда вам угодно, но я сразу перенесу туда, где у нас стоит, можно сказать, траектория самого Майнкрафта, где он должен находиться. Вот я его сюда перемещу, да? Вот, допустим, вот он. Открываем. Если, ребята, у вас не открывается, если у вас качается каким-то другим файлом, я не знаю, почему это оно так качается, но если у вас оно не открывается, то нажимаем открыть с помощью, но у меня уже нельзя, потому что она у меня уже открыта. Но если у вас не открывается, то просто нажимаем открыть с помощью и выбираем архиватор вот этот, или, например, нажимаем два раза, потом вам напишет, что как-то этот файл нельзя открыть, вы выбираете там открыть с помощью и архиватора. То есть это элементарно, но я не знаю, иногда она качается сразу архиватором, иногда она качается простым файлом, который нужно будет открывать. Но это зависит. Ну, я думаю, что архиватор у всех установлен, то есть это сразу такая программа, которую сразу нужно устанавливать. Но, допустим, скачали, открыли его, да, Майнкрафт. А его, ребята, мы перетаскиваем, то есть только в эту папку. Только в папку с этой траекторией, то есть вот она. Если вы переместите вот этот файл на рабочий стол или куда-то на другой диск, или на флешку, или еще куда-то, Майнкрафт откроется, вы сможете зайти в игру, но модов не будет видно. Я не знаю, почему вот это такая хрень с этой пираткой, но, в принципе, я думаю, что ничего сложного перенести Майнкрафт в траекторию, где он должен быть. Но я говорю, если вы перенесете на тот же рабочий стол, то там он запустится, но модов он не будет видеть, то есть вы сможете играть, но без модов. Я не знаю, почему так, но вот сюда нужно перемещать, ребята, это не так сложно. Заходим, вот, запускаем вот это, я даже тут написал, что нажимать на вот это. Нажимаем, ребята. Ждем, пока оно там все запустится, пока оно там загрузится. По идее, проблем не должно быть. Я много раз уже вот это тестировал, ничего толком как бы не глючит и все такое. Тут вы, в принципе, можете писать любое имя, и вот тут, например, настроить аккаунт, да, тут можете создать еще что-то, написать любое имя, сохранить, и вот оно тут будет, да. А тут, ребята, выбираем, где оно вот это есть, Forge 1.7.10, то есть вот оно появляется вот тут наверху, да, последний релиз 1.8 в самом верху, а нам нужно, идем немного вниз, и вот Forge 1.7.10, то есть если вы качаете сборку, то вы уже по идее должны знать на какую это версию, но если кто-то не знает, то, ребята, еще раз говорю, нажимаем на Forge 1.7.10, нажимаем войти в игру.
данная версия. Нажимаем нет. То есть это какое-то там обновление и все такое, которое, в принципе, нам нафиг не нужно. Вот оно заходит. Сейчас посмотрим, будут ли там моды и все такое. Ну, по идее, должно там все быть. То есть все нормально установится, если вы, конечно, закинули папку Minecraft туда, куда нужно. Вот сюда, в эту траекторию. Так, ну, грузится, ребята. Потихоньку грузится. Ну вот, 11 модов. То есть, вот вы можете уже создать тот же мир и зайти. И, по идее, там уже должно быть все установлено. Так. Ну да, вот, Pixelmon, отлично. Ай, случайно нажал. Давайте еще раз попытаемся зайти. Если у вас глюки, ребята, то я не знаю, тут уже как бы зависит от вашего компа. У меня же тоже были глюки, кто знает, кто смотрел, у меня тоже лаги были просто нереально большие. Но когда я увеличил память, все как бы нормально идет. Если у вас не грузится карта или немного подвисает, то уменьшите вот это расстояние там на семерочку, на пятерочку, чтобы вообще не глючило, и вам это, в принципе, и так не нужно, так как у вас есть покерадар, вам далеко не нужно вот это все смотреть. Сейчас давайте еще попытаемся как-то убрать лаги. Это на максимум поставим. Это включено, это выключим. Это тоже на максимум. Ну, 30 FPS, как бы. Это у меня сейчас, потому что это и в окошке игра, да, и вот тоже другие программы включены. Но, в принципе, ребята, если у вас глючит, то давайте еще, может, хотя нет. Если у вас глючит, ребят, то я уже говорю, это уже зависит от вашего компьютера. То есть, если он не тянет, если у вас там мало азушки, то я уже не знаю, ребята. Говорю, у меня тоже очень лагало, но... У меня азушки, можно сказать, много. Я до хрена выделил на этот же Майнкрафт. И поэтому у меня уже не глючит. И, в принципе, нормально вот так. Но я говорю, если у вас не прогружается карта, если медленно прогружается, то выключите вот это. Дистанцию, уменьшите ее. И, мне кажется, вот так глючить не будет. Не, ну, в принципе, я уже объяснил, как устанавливать сборку. Все остальное вы уже можете сами разобраться. Вы сами можете посмотреть, какие у вас там параметры компьютера, чтобы не глючило, все самому настроить. И, в принципе, все, ребята, давайте выйдем. Я уже думаю, что уже не будет таких вопросов, как же установить сборку, она не работает, она не запускается и все такое. Главное, что много вопросов есть по тому поводу, что она не включается, то есть какой-то файл непонятный скачивается. Но это я говорю, ребята, заливал я в этом в архиваторе, но почему-то оно вот так иногда заливается обычным файлом, или это зависит тоже от вашего компьютера, установлен ли у вас архиватор и показывает ли это или нет. Но у меня вот скачалось, и у меня сразу архиватором показывает. Если у вас не показывает, то вот откройте с помощью архиватора, и вас должно открыться. И все, ребята, давайте начнем новую серию. Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Pixelmon. И, ребята, хочу сразу извиниться, что вчера не было серии. Просто я вчера что-то приболел, и вчера мне так хреново было, что я, в принципе, даже с дома не вышел и никуда не пошел. Поэтому я извиняюсь, ребята, то, что вчера серии не было. Но сегодня уже немного полегче стало, хоть и так насморк еще не пропал. Извиняюсь, если буду... целую серию, потому что, говорю, еще насморк не пропал. Но все же, ребята, я решил, что уже можно сделать еще одну серию. Поэтому, ребята, продолжаем. Я думаю, всем понятно, что и как там в сборке, как ее уже устанавливать и все такое. У меня, ребята, лагов нету, потому что, я уже говорю, я увеличил память. И лагов, по идее, не должно быть. Но как вам увеличить память, какая у вас версия Windows, это уже вам нужно самому искать, потому что на каждую версию, ну, на 32-ку или на 64-ку, там идет свои настройки, и поэтому я не могу всем сказать, как вам настраивать. Я могу только сказать, как настраивать на 64-ку, но это если уже кому-то нужно будет, если у кого-то просто нереальные там лаги будут. Но я говорю, ребята, у меня тоже же лаги были, если кто...
там смотрел там несколько предыдущих серий, то вы тоже могли заметить, что у меня лаги были, я уже там с ума сходил потихоньку, потому что у меня, в принципе, глючило так, что я уже реально с ума сходил. Но я потом увеличил, то есть я уже как-то по другому способу решил, как это все, ну, как это все решить, да, решил, как это все решить, и у меня перестало вот это все лагать, потому что я решил способ, как... Ух, нихрена себе, Life Orb, а это что такое, ребят? Я не в курсе. Life Orb. Не знаю, ну, поднимем. Так. Поэтому, ребята, я говорю, я вот это уже все сам решил, как там найти способ, чтобы увеличить память, чтобы не лагало. А если вас будет лагать, то у вас, в принципе, можно сказать, такая же ситуация, что у вас не хватает памяти. Потому что я не знаю, почему, ребята, но Pixelmon что-то до хрена вот этого жрет всего. То есть, если установить те же там на одну сборку 300 модов, то, мне кажется, не так будет глючить, не так будет подвисать, как с Pixelmon. Ну, это лично мое мнение. И как бы по опыту, я тоже, когда играл там 100-200 модов, то у меня, например, не так глючило, как глючит с Pixelmon. Ну, мне так кажется, то есть, я не уверен, но мне так кажется. Потому что это какая-то такая фигня, что оно так глючит. Так, давайте-ка мы вот это сюда все. Так, это сюда. И давайте вот это выимем. И нет, это нет. Это, хотя нет, это тоже нет. Сюда вот это. Это я не знаю, что такое, ребята. Life Orb. Фиг его знает. Кто знает, скажите, пожалуйста, потому что я реально не в курсе. Так, потопали мы дальше, это кто? Нет, Диглет не будем мы туда идти. За Диглетом. Магмар 55 уровень, ребята. Это уже офигенно. На Старапторе, куда бы нам идти? А, точно, мы же Риолу, да, словили. Дайте-ка мне посмотреть на Риолу. Но, ребята, сейчас мы и так его прокачивать не будем. Где? Вот. Ай, да, не ты, Магмар. А вот, Риолу. Итак, ребята, мы сейчас прокачивать не будем, потому что, как я уже сказал, мы качаем по команде, командами, поэтому нет смысла сейчас кого-то ставить в команду и брать того же, ту же Риолу, да? Ну, я говорю, ребята, если вам хочется уже, чтобы мы прокачали Риолу и все такое, то, наверное, мы уже... О, нифига себе, мы еще и по Ниду словили. То мы, наверное, ее прокачаем уже в следующей серии. То есть не сейчас, а потом. В следующей серии. И сейчас, ребята, я не знаю, куда бы нам полететь, где бы нам поискать вообще покемонов, которые нам нужны. Давайте, может, опять в пустыню. Типига постараемся найти. 1915 минус 900... Ой, не плюс, а минус. 1915, а не... А, сейчас... Тьфу, не умер, нет? А то появился уже где-то. Так, написали, отлично. Давайте-ка мы полетим. Быстрее будет, быстрее, можете, найдем. Чё-то, ребята, как я заметил, или это баг, но в этой версии... Легенды сами по себе как-то не спавнятся. Я уже все пробовал, то есть... Фиг его знает, я уже увеличивал спаун и все такое, но что-то они вообще никак не спавнятся. Я просто ходил, тестировал, пробовал, как же уже вот это... Ай, а, он в бою, я думаю, что оно... Я уже ходил, пробовал, как вот это все... Спавнятся ли они вообще, но... Чё-то я, ребята, не заметил, чтобы кто-то заспавнился, то есть... Уже на максимальном уровне у меня там было вот это спаун уровень покемонов. Я как бы на отдельном мире вот это все пробовал. Спаунятся ли они хотя бы вообще так? Это мы уже облутали 100%, если оно тут есть. Но, ребята, не заспаунилось. Поэтому я даже не в курсе, спаунятся ли они вообще. Фиг его знает. Если у вас заспаунился, ребята, то, в принципе, напишите, потому что... Я что-то переживаю по этому поводу, что если... О, отличный типик. Типик. Ладно, пофиг. По этому поводу, что... Если не заспаунится легендарный, то это вообще хренотень полная, потому что без легендарных что нам делать? Все, что мы сможем делать, это трех легендарных себе сделать, так как...
мы сможем купить алтарь Молтреса, Забдуса и Артикуно, и что мы сможем сделать, это только заспавнить трех легендарных, а остальных я вообще не в курсе, как мы их должны ловить, если они толком не спавнятся. Может, забыли их сюда поставить, может, хрен его знает, но как видите, ребята, даже тот баг убрали, что... Ну, как бы, что через баг он спавнится, вот эти все покемоны, когда на большую высоту подлетаешь. Да, мы тут уже были. И поэтому я даже, ребят, не в курсе, как там ловить вот этих всех покемонов. Сейчас мы давайте идем домой. Поспим. И полетим, наверное, на наши острова, то есть... То есть орб прокачивать, потому что уже... Уже нужно хотя бы пару легендарок себе взять, того же Молтреса, да? Да, того же Молтреса, потому что уже хотя бы хоть кто-то был бы с легендарных. Так, ну что, полетели. Ох, Зуруарк. А куда мы, в какую сторону вообще? Нет, нам туда куда-то нужно. Да, на те острова. В принципе, как раз, ребята, давайте полетим по дороге, посмотрим. Кто заспавнится, может кто-то и реально заспавнится. Ну фиг его знает, может Шани, может босс. Но Райквоза не думаю, так как говорю, что-то легендарные тут вообще ни хрена не спавнятся. Так, это у нас кто? Булдор. Нет, не будем мы туда рыться, полетим мы лучше дальше. Быстрее туда долетим, хотя кто там у нас еще? О, Зубат, это за ним гоняться нужно тоже, как-то не имею желания. Пичу там, да? Пичу, Абра. Ну, Абра у нас есть, Шайни Пикачу у нас тоже есть, Райчу, точнее. А это кто? Ни хрена себе, два босса там так заспавнились. Абра, Арон. Ну, Абру можно еще как-то попытаться. А вот Арона, если она, конечно, не пропадет. Вот. М. Это на... Ладно, Абру или одним ударом нужно убить, или хрен ее убьешь. Поэтому не будем мы даже туда возвращаться, а полетим дальше, над морем. Я уже даже не буду говорить, ребята, а вдруг тут Кёрт сейчас заспанится, или когда мы будем на равнине... Над равниной летать, то может тут сейчас Райквоза заспавнится, потому что я говорю, ребята, что-то вообще ни хрена тут никто не спавнится, как я уже не пробовал, какими способами и что... И все такое, то вообще никак никто не спавнится, вообще никак, ребята, то есть... Так уже рейд вот это спауна поднимал легендарных на отдельной карте, чтобы просто посмотреть, спавнится или нет, что уже... На предыдущей версии там бы уже 30 легендарных заспавнилось. А вот тут еле... А вот там вообще никто не заспавнился. Поэтому я даже не знаю, ребята, спавнятся ли они тут вообще. Может... Ну, я даже не знаю, что. Что, ребята? Может, в этой версии они забыли заспавнить? Ну, кто играл на этой версии, у кого они спавнились? О! Там Тюртвик, но... Давай, Вейлмер. Давай, быстренько. Попытайся. Твою ж мать. Нам бы, Тюртвига, реально нужно бы словить. А вот еще вот эти заразы сейчас... Он уже, походу, пропал, мне так кажется. Точно, вот кого еще нам нужно словить. Вот кого я забыл с стартовиков. Тюртвиг... Он уже пропал. Вот зараза, а. Или вот он там был. Или нет. Да вот охренеть. Еще сейчас вот вы будете по пути нападать. Вот все прям. Вот он. Вот он где-то. Хрен его знает где, если честно. Вот. Только не пропадай. Дай мне напасть на тебя. Да твою ж! Вот, наконец-то. Только у нас еще Трико нету, да, стартовиков? Трико, Пиплупа нету. И кого еще нету?
Еще там вроде кого-то нету. Вроде. Ну, уже не помню. Точно то, что People by Trick. Маткипа у нас нету. Точно, еще же Маткипа нужно ловить. А вот в этой новой версии я не знаю, где кто спавнится, то есть. Ну, Трико, по идее, так должен же спавниться, где он не спавнился, это. В джунглях? Пиплуп. Ну, хрен его знает. То есть раньше он спавнился в этом, как его. В зимнем лесу, но сейчас вот этого леса что-то я вообще никак не вижу, сколько мы уже облетали или его убрали с этой версии. То есть есть лес ели, да, но только там, где ели. Да, там, где ели, там и пили. Не, ну то, что там, где вот эти, вот это деревья, да, ель. Там нету вот этого, как его. Там нету снега. То есть тот же лес, только без снега. Фиг его знает. Да твою ж мать, Тюртвик, 11 уровень. Ты чё, охренел, что ли? Вот есть такие заразы, на которых. Есть такие 40-е уровни, которые просто бежишь, случайно кинешь в них покебол, так как мы словили ту же паниту, да? Иди ты в жопень, знаешь? Тюртвик. Мы уже на него потратили штук 15 ультраболов, а потом эти 15 ультраболов охренеть долго делать. Поэтому уже иди в этот мастербол. Нам мастербол и так, в принципе, нахрен не нужен. Так как легендарных и так, мне кажется, хрен мы найдем. Мы же в предыдущем сезоне вроде словили того же Тюртвига мастерболом, только потому что. О, рулет, привет. Только потому что там тоже какая-то хрень была, что он умирал вроде. Я еще помню, а у нас вроде не было. Ультрабола, что я сразу на него кинул мастербол и словил его. И в этом сезоне тоже. Чертвик только вот этот залез в мастербол. Больше он вообще никак не хотел ловиться, только мастерболом. Ну, в принципе, ладно, у нас, ребята, и так еще три мастербола есть, а купить мастерболы как бы это можно. У нас и так куча алмазов, можно и так сказать. А больше нам даже ни на что не понадобится вот эти мастерболы, мне так кажется. Ну, три мастербола только на трех летающих легендарных нам понадобится, остальное я не знаю. Ну вот, отлично, Тюртвига мы словили. Еще сейчас бы Маткипа. Маткип в прошлой версии спавнился вот тут. То есть он спавнился на болоте. На кого я сел? Он спавнился на болоте. А вот сейчас я не знаю, может они изменили, где он спавнится. Трико спавнился в джунглях, Маткип спавнился на болоте, Пипл спавнился в зимнем лесу. Сейчас я не знаю, может Маткип перенесли его тоже куда-то там. Хрен его знает куда-то. Может в лес, может ту же сафари или где-то там. Сайтер же сейчас тоже там спавнится. Он же спавнился в джунглях, а сейчас вот там, в той биоме, что возле вот тут. Что возле пустыни. Фиг его знает. Ребят, если говорю, если вы знаете, кто где спавнится, где какие стартовики спавнятся, то напишите. Поищем потом. Ну, нам сейчас Маткип нужен. Трико это в джунглях. По идее, он должен там испавниться. Трико в джунглях. Маткип, ну, наверное, в болоте. Или, говорю, может, куда-то его перенесли. Куда мы вообще летим? Нам вообще в ту сторону. Еще кто? Ну, Пипуп, я не знаю, может он спавнится в зимней биоме. Давайте как раз сейчас проверим. Нам как раз туда, куда. Мы как раз туда куда-то летим. К зимней биоме, где-то вот там, да? Да, как раз сейчас проверим. И кто еще там? Ну, фиг его знает. Синдаквила точно у нас еще нету. А где Синдаквил спавнится? Он спавнился в горах, а вот сейчас, ну, в принципе, я видел Тайфлоужена в горах. Ну, по идее, если его третья эволюция там же, то первая точно там должна быть. Поэтому туда мы, наверное, потом Синдаквил. Я не знаю, правильно ли я написал, просто у него имя такое. Пиплуп, Синдаквил, Трико, Маткип. Еще кто-то один. Я не помню. Торчик вроде. Точно. У нас торчика нету. Точно. Еще вот так курица. Ну, в принципе, курица и правда, но у нас нету. Ах, твою ж. Точно. Вот сейчас вспомнил, кого у нас нету.
Ну, будем вот как раз, ребята, будем так пролетать над болотом, и нужно смотреть, нету ли тут маткипа. Да, как раз вот туда полетим. Долетим до... Вот Янма. Она же спавнилась в обычном лесу, сейчас на болоте спавнится. Поэтому даже, видите, ребята, хрен не узнает, где спавнится. Вот вы... Ну вот это вообще охренеть. Как это не попадает? Вот. Нужно под ноги ей кидать, чтобы увидела вот этого покемона. Ах, ну давай, ловись. Вы вообще походу реально прикалываетесь. 13 уровень, 11 уровень. То есть 40 уровни быстрее ловятся, чем вы. Заразы. А ударить вас даже некому, потому что с одного удара убьют вас. Короче, на ты, зараза. О! Ну, давайте попробуем. Может, Глум что-то сейчас затащит. Охренеть, ребята, у нас 16 ультраболов. Только что стак мы сделали пару серий назад, а сейчас у нас уже практически его нету. Но хотя бы вот словили. Так, тут у нас еще один. И все вроде, да, мы все подняли. Ну, вроде. Там, может, еще где-то один должен быть. Или мы уже подняли. Ну, фиг его знает. Ладно, давайте, короче, полетим мы дальше. В зимнюю биому хотя бы посмотрим. Вдруг... Вдруг и правда там пипл будет. Хотя там и так еще дохренище покемонов, которых у нас нету. В той же зимней биоме мы еще там даже никого не ловили. Тоже зубат еще нам нужно. Там тоже нормально его прокачать можно. Три эволюции у него. Но это уже потом. То есть не такой уж редкий покемон. Я говорю, ребята, напишите, кто вообще видел, чтобы хотя бы спавнился легендарный покемон на этой версии, потому что я, честно, вообще никак не мог найти, что у нас заспавнился легендарный покемон, это только на предыдущей версии и только через баг. А вот сейчас счет вообще ни хрена и никто не спавнится. Я не знаю почему. Вроде мы уже летали столько, что это сдуреть можно, и сколько уже серий прошло, а мы еще даже ни одного покемона не увидели. Я уже не знаю, какой раз повторяю, но если так просто сделать вывод, то на предыдущей версии, еще нет, в предыдущем сезоне, за серии так 10 у нас могло заспавниться, ну, где-то 2-3 легендарных. А сейчас уже сколько серий прошло, и мы еще даже ни одного легендарного не нашли. И это, если честно, немного так странно, то что оно реально ни хрена не спавнится, и сколько мы уже летали, и все такое, оно реально не спавнится. Ну, хрен его знает, ребята. Давайте, может, сейчас сила словим? Отлично. Словили мы сила. Вот этого пилосвайна мы, наверное... Хотя нет, нам свайну бы не нужно, нам нужно сразу пилосвайна. В предыдущей версии так было, что сразу нужно ловить вторую вот эту, вторую эволюцию, потому что в первой не было вот этой атаки, которая может эволюционировать его на третью его эволюцию, то есть Ancient Power, да. Извините, ребят, если у меня что с голосом, просто я сейчас сам как раз заметил, что какой-то другой голос, но, как я говорю, ребята, я немного заболел, поэтому, наверное, такой и голос. То, что в предыдущей версии было так, что нужно сразу ловить его вторую эволюцию, чтобы он эволюционировал свою третью. Вот как раз я Эмполеона вижу. Если он тут, то... Вот, как раз, офигеть, вот он тут где-то крутился, а мы его даже не увидели. Ну чё, Пиплоп? Пиплоп, иди-ка ты сюда. Давай, Глум. 5-й уровень, давайте, может, так попробуем. Одним ультраболом. Если вот этот 5-й уровень сейчас будет выкобыли, ни хрена себе, он не успел залезть, уже вылез. Вот, парализированный.
Но сейчас, если ты не залезешь в пятый уровень пипла, то... То... Охренеть, он даже там не задерживается ни на пару секунд, он просто сразу вылазит. Ну засыпай ты уже! Зараза мелкая, пятый уровень, а так ловится, охрененно. Просто охрененно ловится, ребята, как всегда. Ну это реально странно. То есть, есть покемоны 50 уровней, в которых кидаешь ультрабол, и они сразу же ловятся. А вот такие заразы, хрен ловятся. Иди ты, короче, там еще два пиплупа есть. Сейчас мы их тоже постараемся словить. Этого вот так. И вот этого вот так. Два восьмых уровня. Только не говорите, что на пиплупа мне тоже нужно сейчас будет использовать еще один мастербол. Короче. Ребята, два мастербола на двух стартовиков. Вот охренеть просто. Ну если они не хотят залазить, что... Что сделать? Нужно, конечно, было бы даскболом, как бы, этот бы помогло, но у нас его вот сейчас нету, а его реально нужно с собой таскать на такие случаи, когда просто никто не хочет уже прям залазить, которые уже вообще никак не залазят, то даскболом их словить или тем же фастболом попробовать. Или когда мы уже много там ультраболов использовали, то другим болом, ну... А то, как видите, хрен кто залазит... Тот же Тюртвик, тот же Пиплоп. Вообще охренеть. И у нас уже ребята, в принципе... Это кто у нас? Джудут. Он в земле, да? Должен быть. Как видите, ребята, у нас уже ультраболов нету. Мы сделали себе стак ультраболов где-то 2-3 серии назад, если так приблизительно. И у нас уже нету. То есть охренеть, как у нас ультраболы летят. Реально охренеть просто. Ну вот реально, вот на такие случаи нужно с собой таскать тот же хотя бы даскбол. Если ночью, то даскболом намного лучше ловить. Давайте как раз сейчас домой уже пойдем. И возьмем себе даскбол, чтобы он хотя бы у нас в инвентаре там лежал, чтобы на всякий случай. Так, где у нас даскбол? Вот он. Три штуки. Может идем закупимся, ребята, болами, чтобы... Чтобы опять не париться, чтобы опять себе не делать кучу ультраболов, давайте вот это все попродаем и пойдем, ребята, купим себе. А то реально, если мы вот это опять будем продавать, то это до хрена будет времени, что мы опять это все будем продавать. Вот так, вот так. У нас тут куча, ребята, уже ресурсов, то есть мы это все уже можем продать и нормально так еще и подзаработать. Это мы тоже вроде можем продать, да, и это. А что вот тут делает вот это? Не понял. Так, еще что-то есть? Так, еще вот это тут что делает? Я случайно, может, вот это все ставлю? Ну ладно, то есть вот этого должно хватить. Купим себе хотя бы там, ну, 15 ультраболов, чтобы нормально. А мы вроде, да, нет, мы даже вроде не можем покупать ультраболы. То есть я их не поставил в продажу. Твою мать! Не ультраболы, а даскболы. Да, в принципе, можем поставить, что такого. Где у нас вот эти все продаются? Шапки тут мы продаем, да? Что мы можем продать? То есть, я не помню, что я взял. Тут я что, ничего не взял? Так, тогда вот тут. Покеболы. Тут мы продаем, тут мы камни эволюции. Так. Так, 14. 25. Офигеть. То есть реально, только на вот этих камнях эволюции, смотрите, сколько мы уже имеем. 50 штук. Лечилки. Так. Это у нас есть. Это нету. Это есть. Это тоже. Это нету. Это есть. И до хрена сколько есть. Так. Это тоже. Это. Это нет. Вот это есть. И вот это тоже. Отлично. Ну, полтора стака. Покеболы тут. Тут продавать, а покупать. Вот тут нету, но давайте, ребята, добавим.
Вот ты охренел. В магазине? Тут же мирная зона, зараза. Так. Где у нас вот это? Вот она, да? Так, Duskball. У нас есть там где-то Duskball. Вот он где-то тут должен быть. Так. Давайте это сюда. И сколько у нас? Давайте, да фиг его знает, если у нас по одному алмазу пускай будет, да и все. Вот так. Не, ну в принципе да. Нет. Хотя да, в принципе пускай будет. Так, один алмаз нужно взять. Это выкидаем. Это тоже давайте уже выкинем. Отлично, все. Пожрем. Так, и давайте купим 1, 2, сколько у нас там? 17. Ладно, купили 21. Давайте тогда уже купим вот так, нормально, чтобы было. Чтобы опять, ребята, не делать вот эту кучу ультраболов, то есть у нас же есть магазин, зачем мы будем покупать каждый раз, если мы в магазине тоже можем иногда себе купить. Золото. А, вот, яблочки. То есть давайте сейчас мы вот так, и еще раз вот так. Отлично. Сейчас, ребята, сейчас мы себе наделаем кучу раркенди, уже быстренько прокачаем эту же команду, мне так кажется, чтобы не затягивать, то есть нам как можно быстрее нужно прокачивать все команды. Ух, охренеть, уже серия полчаса идет, если не больше. Что-то серии долговатые пошли, ребята. Если вам, в принципе, это нравится, ставьте лайки, буду стараться чем более долгие серии делать, потому что, знаете, я как-то даже не засекаю, раньше, если я так прям засекал, то сейчас я забываю, то есть... заигрываюсь, и вот так получается, по 30 минут, по 35 минут. Но, в принципе, если вам нравятся долгие серии, ребята, ставьте лайки. Если небольшие, то не ставьте. Ну, просто я и читаю комментарии, там пишут, что вот, охрененно, долгая серия, то... Если реально вам нравятся долгие серии, ребята, то ставьте лайки, чтобы я видел, что вам нравятся долгие серии, и делал... Постарался делать еще можно больше. Ну... Очень много тоже не надо, согласите, потому что и грузиться долго будет, и все такое, но небольшие такие, по полчаса, мне кажется, нормально как раз будет. Так, это сюда, это сюда, это сюда. Сколько у нас получилось? 30. 30 раркенди. 30 раркенди. В принципе, ребята, это неплохо, то есть... Конечно, 30 раркенди это неплохо. Так. 38. Кого мы сможем прокачать? Нам на одного покемона нужно только 35 раркенди, чтобы прокачать его до 60 уровня. Это, ребята, до хрена. То есть нам как минимум нужно их прокачать к 45 уровню, чтобы не использовать так много раркенди. Это минимум. Мне так кажется. Потому что 40 раркенди на... то есть 35 раркенди на одного покемона, это охренеть как много получается. То есть нам нужно сделать стаков так 10 раркенди, чтобы прокачать всех покемонов. Это реально до хрена. Так. Поэтому где-то так, ребята, на 40... На каком уровне, где-то на 45-м, мы будем уже их прокачивать. В принципе, ребята, я так думаю, давайте уже на этом закончим эту серию. Еще вот эту заразу сейчас убьем, убили. И, ребята, ставьте лайки. Не забываем, чем больше лайков мы наберем, тем быстрее выйдет новая серия. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем за просмотр, всем удачи и всем пока.